Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях Настя. Здравствуйте! Сегодня с Настей мы сделаем палочку для рыхления цветов в домашних горшках. Настя, скажи, ты уже придумала, кем станешь, когда вырастешь? Нет еще. А тебе нравятся какие-то специальности? Что-то больше, чем... Мне в школе нравится технология. А что вы делаете в школьной технологии? Разные, из пластилина. Лепите, да? Угу. А что больше нравится, лепить или вырезать? Ну, мы там еще не вырезали. А рисовать? Мы рисуем на ИЗО. Нравится рисовать? Да. А ходишь дополнительно заниматься по рисованию? Ну, я в художку хожу. Что рисуют в художке? Я понимаю, как мы сейчас вот обвели, у нас нарисовался цветочек. В художке, наверное, так не получается, да? Там более сложно. Мы там рисуем красками или там фломастер. Мы в художке рисовали лицо из фруктов. Как можно уместить фрукты на лице? Щечки яблочки? Да. Оно с грушей. Оно с грушей? А вот были бы овощи, была бы картошка, да? Да там и овощи, и фрукты. И овощи, и фрукты были в лице? Как интересно. А что же тогда поместить на глаза? А у меня были дольки арбуза. То есть улыбающиеся были глаза, а улыбающийся рот? А рот из гороша. А что же было на голове? Тыква. Да, действительно, голова – это тыква. Поразительно, какие интересные занятия. Так, у нас получились лепестки. Вот так вот их соединяем, склеиваем между собой и сделаем серединку. И у нас получится вот такая ромашка. И приклеим нашу ромашку к палочке. Чуть-чуть присохнет. Живой, поэтому сильно не трогаем. Так, загнем чуть-чуть концы, чтобы она у нас получилась пообъемнее, да? А то так. Вот такая палочка для цветочного горшка получилась у Анастасии. А я желаю вам легкого утра и хорошего дня. До свидания.